Предъявите справочку. На участке Лаевожской дороги возобновила работу стационарный пост контроля. У прибывающих на Ринмар по зимнику проверяют справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Юлия Казначеева расскажет подробнее. Ирина Витязева в очередной раз останавливает большегрузную машину, чтобы пригласить водителя на пост контроля для проверки справок. Пост при въезде в город Ринмар был открыт 20 января текущего года. Смена в среднем, не в среднем, смена длится 12 часов, одна смена. Примерно в день проходит по 100 машин проверка. За несколько дней работы стационарного поста контроля никаких казусных ситуаций не возникло. Водители и пассажиры к такой мере относятся довольно лояльно. Как бы ситуация понятная, что с коронавирусом надо бороться, ограничивать, поэтому с пониманием отношусь. Ну, он обязательно. На зимний период. А ваши отношения к этому? Я отношусь добродушно. Процедура проверки довольно проста. У прибывающих спрашивают, откуда прибыли, и просят предъявить один из документов. Такие, как результаты ПЦР-тестирования, исследования на антитела или сертификат о вакцинации от коронавируса. Если ни одного из предложенных документов у прибывающих из других регионов нет, то сотрудниками поста выдается предписание для ухода на самоизоляцию. Но как сотрудники поста определяют, откуда едут машины? Ведь по этой дороге в Наринмар прибывают не только с зимника, но и, например, из поселка Красное. Когда автомобиль останавливаем, спрашиваем, откуда водитель едет. Если он едет, например, в город Печора или Усинск, вот он сразу же проходит в полок. Если в поселок Красное, то, соответственно, мы проверяем прописку и также приглашаем в полок. Помимо сотрудников ГИБДД, на посту дежурят служащие органов исполнительной власти региона и подведомственных учреждений. Юлия Казначеева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».